Ну, действительно, счет голосования, как принято говорить, опять же, если мы про журналистские штампы, разгромный. Почему так? Почему у вашего конкурента, союзника, напарника Фетисова... Ну, наверное, вопрос не ко мне, в первую очередь, наверное, вопрос... Ну, у вас же есть какая-то оценка? Ну, то, что вы не думали об этом, я не могу допустить. Да, я просто что хочу сказать, что... У каждого была своя программа, так. Вот, и выступающие специалисты, такие как Тихонов, Михайлов, Петров, и из зала люди сказали, что моя программа более близка к цели и больше близка к жизни, понимаете? Вот поэтому практически 125 делегатов отдали преимущество моей программе, которую я защищал. Да, 125 против 11. Да, большой, конечно, счет, но... Я хочу сказать, ничего не сделаешь. Ну, вы знаете, что Фетисов говорит, что да. 10, за 10 минут он просто не мог рассказать... А не 10, а 15 минут было. И он, кстати, все рассказал, что я 15 успел, и он тоже должен был успевать, потому что регламент определен до конференции, ничего не сделаешь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».